Начальник областного управления информатизации Антон Коломогоров отчитался, как исполняется поручение главы региона. Месяц назад Павел Коньков потребовал активизировать работу по внедрению информационных технологий в сферу транспорта. Региональное IT-ведомство при помощи новой технологии на платформе ГЛОНАСС добилось четкой привязки автобуса с конкретным госномером к конкретному маршруту. Добиться этого удалось за счет специального программного обеспечения, которое установили на транспортные терминалы по приему социальных карт. Данный терминал имеет информацию о том, на каком маршруте данный автобус работает. То есть при открытии смены в терминале выбирается как раз номер маршрута, по которому перемещается данный автобус. И было доработано программное обеспечение терминала, которое позволяло, теперь это программное обеспечение позволяет при открытии смены заносить номер, государственный регистрационный номер транспортного средства. То есть фактически при открытии смены терминал посылает информацию, какой конкретно автобус, на каком маршруте осуществляет свою работу и, самое главное, когда, во сколько он начал эту смену. Эти данные доступны только для служебного пользования. Когда будет сделана оцифровка всех маршрутов общественного транспорта и на интерактивной карте появится каждая остановка, профильные ведомства смогут отслеживать работу автобусов и маршрутов с точностью до минуты. Для того, чтобы контролировать перевозки более, скажем так, точно, да, вплоть до перемещения между остановками, нам требуется что? Это, соответственно, оцифровать треки маршрутов. В настоящее время оцифрованы треки маршрутов города Иваново. И продолжаем эту работу по оцифровке треков маршрутов Ивановской области. И второе – это оцифровка непосредственно остановочных комплексов. То есть на карте должна быть обозначено точное место, где находится остановочный комплекс в том или ином направлении. Оцифровку маршрутов управление информатизации планирует выполнить в течение года. Следующий шаг – сделать данные передвижения транспорта доступными для пассажиров. На помощь в этом деле должны прийти умные остановки, оснащенные мониторами. Однако перспектива эта не близкая. Антон Коломогоров так пока и не сказал точно, когда остановки в нашем городе поумнеют. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.